Задержан по делу о взятке. Правоохранители сопроводили в изолятор бывшего замначальника Страшенского инспектората полиции. Он задержан на 72 часа. Сотрудники НЦБК и антикоррупционной прокуратуры располагают информацией, что мужчина предложил одному гражданину повлиять на решение суда в обмен на 3000 евро и 4000 леев. В случае признания вины подозреваемому грозит до 150 тысяч леев штрафа или до 5 лет тюрьмы. С начала года НЦБК задержал 28 сотрудников полиции за коррупцию и злоупотребление властью.